И всем привет! Вы на канале Плейняша, и мы продолжаем растить нашего дракона. Итак, давайте сегодня попробуем все-таки скрафтить ему настоящую драконью еду и посмотрим, насколько она будет эффективна. Так, на данный момент у нас до сих пор первая стадия, но тем не менее у нас уже 8 дней нашему дракончику, и еще, кстати, он проголодался. Так что давайте возьмем курятину, свинину и кости. И будем делать сейчас еду. Так, распределим тут кости. Так, немножко уже приготовилась. Интересно, что если смешать мясо? О, отлично, даже так мы можем использовать виды мяса разные для того, чтобы скрафтить еду дракона. Так, ну у нас уже тут осталось две косточки всего и один кусочек курятины. Так что давайте это все уберем. Но в любом случае у нас уже есть 6 штучек драконьего корма. Я думаю, нам этого хватит для того, чтобы понаблюдать за ростом нашего дракона. Так, только вот куда он делся? Ага, вот он тут, он плавает у нас. Так, давайте его возьмем вот так вот. Вот тут вот посадим. Он все съел. Эй, дружище, ты вырос? Мне кажется, что да. Мне кажется, что он подрос. Но вообще судить вам. Так, ну давайте так вот его возьмем себе на руки. По-моему, нас уже даже и не видно из-за его крыл. Так, и нам однозначно потребуется в скором времени сделать седло, потому что просто так на руках мы его носить не сможем. Так, ну давайте проверим, какая у него стадия. Ого! Один корм дракона добавляет сразу один день дракону его жизни. И у нас уже 14 дней дракончику. Я, кстати, так и не придумала его, как назвать. Пишите в комментариях. Но я выберу, какое имя будет более подходящее. Итак, 14 дней, но до сих пор еще первая стадия. Но, кстати, моя охота на скелетов того стоила. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить развитие дракона и вырастить своего такого же дракончика, ну или в принципе, какого вы захотите. Всем пока!